Четверть кыргызской экономики опирается на сельское хозяйство. В нем занято около 40% рабочей силы. Оно составляет 15% от ВВП страны. За последние 25 лет USAID поддерживал этот сектор через многочисленные проекты. Предприятия по переработке пищевых продуктов должны иметь достаточное количество сырья в нужное время, по подходящей цене и хорошего качества, чтобы быть конкурентоспособными. В рамках проекта USAID «Агрогоризонт» было создано 52 партнерства с привлечением средств в размере 30 миллионов долларов США из частного сектора. Было построено 30 тысяч кубических метров нового хранилища. Установлено 70 тысяч метрических тонн производственных мощностей. Установлены системы ХАСП в перерабатывающих предприятиях. Установлена прослеживаемая цепочка поставок животных. 20 тысяч фермеров и предприятий получили доступ к 20 миллионам долларов США. 7 культур повысили урожайность на 22%. И произошло увеличение зимнего молока на животное на 11%. 28 миллионов долларов составили объединенные продажи фермеров и предприятий. 3100 человек имеют сезонную и постоянную работу. 35% из них – женщины. Тысяч бенефициаров проекта. 48% – женщины. USAID и все 52 партнерства являются примерами ориентированного на рынок подхода проекта USAID «Агрогоризонт», нацеленного на стимулирование экономического роста. Партнерства с частным сектором налаживают коммерческие отношения, которые будут продолжаться в течение срока действия проекта и могут дальше расширяться в интересах тысяч отдельных фермеров, а также и малых и средних предприятий.